решили с Ленечкой. Окей. Потому что показать вам, что это может сделать даже 4-летний ребенок, конечно, с помощью бабушки. Вот так открываем. Сейчас мы... Да, наполняем вот сюда. Ой, подожди, что-то попало. Не очень много. Сквиз. A little bit more. Немножечко больше. Perfect. Еще больше? Окей, все. That's enough. Okay. I want to do some more. How about a little bit of this? Фиолетово, давай. И вот еще такой фиолетовый есть хороший. Мы можем этого фиолетового. Вот. Если немножко отлить Ленечком. Сюда можно налить, да? Давай, не напомню. Да, только слишком много не ложи. О, это много, зайчик, это много. Нужно вылить назад. Это очень много. Ничего страшного. Потому что здесь дырочка забилась. How about a little bit of this? Yeah, мы положим это тоже. Smells yummy. Это вода, Ленечка, это вода. Wanna add a little bit of black? Black? Ну давай, черного. Давай добавим немножечко черного. Нам нужен стаканчик, да? Black. Теперь мы будем добавлять растворитель. Medium. Okay. Good. That's a lot, but it looks... That's a lot. It's okay. I know. But what do we do now? Что мы... Вот давай, может, такой еще яркий, красивый. Это мы потом чернила еще добавим. И я бы сказала... How about we add a little bit of this sparkly one? Sparkle – это золотой, да? Ну, давай, мы это чернила. Тут много не надо. Так, теперь я добавляю растворитель. Medium. А ты будешь мешать. Хорошо? Too heavy. Да, ты не будешь, я буду. Значит, okay. Давай. Wow. Сейчас мы будем растворять это все. White is not the best color for that, because it's also white. Ну, мы сейчас будем это растворять. Сейчас мешать будем, да? Так, буквально одну часть красок и две части растворителя. You know, I was wondering if you put these, it looks more beautiful if you put that into black. Да. Look how beautiful it is beautiful. Now. Я хочу... А теперь мы размешиваем. Put a little bit of more with that. Вот этого раствора? Хорошо. Хорошо, я положу немножко больше раствора. That's enough. Да. Когда мы работаем с Ленечкой, пока что, да, мы поставили уже, да. Пока что мы перчатки не надеваем, мы просто будем сейчас мешать. Давай, мешай осторожно. Вот так. I'm gonna mix it. Mix it. Я тоже тебе буду помогать. Mix it, да. Now you mix the blue, because I'm... Угу. Ленечка, давай синий вот здесь мы оставим. Now I take this. Но, давай мы сделаем, значит, вот это идет туда, на эту сторону голубое. Вот сюда, blue and red, right? And a little bit of golden, right? Так, и, значит, ты уже взял золотистый. Put it here. Maybe okay. Все, теперь мы, давай одеваем перчаточки. Давай, потому что мы же показываем, как мы делаем. Мы вот сюда нальем синий, потом ты возьму, я закрою, и ты будешь вот так лить, хорошо? Вот тут, в этой части. Давай. Подожди, мы забыли добавить силикона пару капель, чтобы нас... So you have to pour these in the bottle. Yes, и на бутылку. Что-то у нас это густая немножко. Мы мешаем. Вот смотри, бутылочка. Так, давай я буду тебе помогать заливать. Ты мне говори, какой цвет ты хочешь. Давай, начинаем с этого, да? Вот, наливаем. А давай по очереди будем. Давай сначала этот, потом какой ты хочешь. Нет, давай разный. Так. Какой ты хочешь цвет теперь? What color you like? Blue. Вот. Дальше какой? Ну, это серый, grey. It's dark grey, темно-серый, почти черный. But looks black. Mm-hmm. Looks like black, да. Вот. Now I want this. This one, okay. Давай разведу немножко водой опять его, потому что он очень густнет у нас, и я не хочу.
Окей. Так. Сюда. Окей. Теперь у нас голубой остался, да? Да. Голубой. I love it. Голубой. И еще у нас остался золотистый, да? Golden. Yeah. Oops. It's okay. Мы забыли тебе фартук одеть. Okay. Yeah. Теперь опять можно налить. Смотри, how beautiful, да? Давай нальем, да, давай еще нальем синего, да? Так, Сонька, сейчас мы тебя выпустим. Подожди, мы на работе. Так, теперь давай я вот эту все оставлю в стороне, закроем бутылочку. Okay, где наша бутылочка? Так. Сейчас я уберу вот эти краски. Ты держи, подожди, я уберу краски, чтобы тебе не мешали. Да, и мы начинаем разливать. Я немножечко подвину к тебе. Вот. Значит, твоя задача. Мы договорились, что синие ты разливаешь здесь. Давай, разливай. Разливай. Молодец. О, прекрасно. Прекрасно. Нет, ты не заходишь на ту сторону. Ну ладно, ты зашел, вот так ты заходишь. И вот так. И вот здесь, в этой части. Разливай. Разливай, выдушивай, выдушивай. Молодец, молодец. Bigger, да. Ты ничего же. Ой. Это бывает. Смотри, Ленечка, ты вот сюда не разлил, поэтому мы немножечко вот сюда его запустим. Я не хочу, чтобы ты ручки сейчас почкал. О, синяя часть у нас готова. Теперь мы делаем red part, да? Мы делаем red part. Хорошо. Так, сейчас я добавляю 3 капли силикона. 1, 2, 3. Знаешь, что мы можем сделать? Смотри, я тебе покажу один приемчик. Вот смотри, чуть-чуть я подогрею. И сразу открывается у нас cells. Красиво? Beautiful. На, теперь мы будем делать эту сторону. Так, где наша бутылочка? Где наша другая бутылочка? Теперь какую ты хочешь? I want pink. Pink, this one, да? Потому что это будет синяя для папина сторона, да? Yeah. А red будет мамина сторона, да? That's another pink. Mm-hmm. I want black. I want gray. Грей, хорошо, сейчас добавим грей. Где у нас грей? А вот, да. И у нас еще остался красный. А, oh, how about orange? Yeah. More orange and more red. That's red. It looks like pink. Oh, because it's pink and yeah. You like pink, yeah? Yeah. Red plus red equals pink. Red and white goes pink, right? Yeah. Вот, теперь мы... А вот эту мы еще не добавляли. I think that's pink. Pink. Так, хватит нам добавлять? Hide under the table. Окей, Ленечка, все, можешь разливать. Теперь ты разливаешь на эту часть, да? Вот смотри, как it's это... It's my job. Of course, I know, it's your job. Я знаю, это не моя. Ты разливаешь, давай. Пожалуйста, разливай, давай тебе ближе. И давай вот так, где белые, вот все правильно. It's beautiful. And here, Ленечка, давай. Да. Ты видишь, где? Да. А вот сюда немножечко. Ты уже разлил, подожди. Так, а теперь надо мне помочь тебе разлить вот это все. Ну ладно, сейчас бабушка для этого и помогает, чтобы все разлить. Вот. Сейчас, подожди, Ленечка. А ты будешь капли делать? Drops? No? No. No? Okay. I'm gonna go back and eat. А, ты голодный уже? Проголодался? Хорошо. Да, бабушке остается закончить вот эту часть. И мы фактически уже сделали все. Это сердце, которое Ленечка сделала для мамы и папы.
Вот такое у нас получилось сердце. Сейчас мы его немножечко распределим, чтобы было симметрично синего. Вот. Немножко бабушка выровняет, как всегда, бабушка. Ну все, теперь осталось нам только подогреть чуть-чуть, чтобы раскрылись вот эти маленькие. Ну, в принципе, вот практически сердечко готово. Сейчас немножечко сольем. Так, Ленечка, ты хочешь добавить пару капель? Я не знаю, a couple drops. No. Ты считаешь, уже готово? Да, посмотри, пожалуйста, все уже, да? Окей, ну все, мы закончили. Вот практически такое сердце для мамы и папы. Вот, получилось. Так что пусть подсыхает, еще будут появляться вот эти различные клеточки выходить. Вот конец работы. Считаю, что это хорошая работа. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось, смотрите следующее видео.